Всех приветствую на канале, дорогие зрители. В этом видео покажу способ изменения статус-бара на экране вашего телефона. Для начала вам нужно перейти в Play Market и скачать приложение Mi Status Bar. В поисковой строке пишем на английском языке Mi Status Bar. Сейчас можете поставить на паузу, посмотреть, как у меня написано. Нажимаем, выбираем самое верхнее приложение, устанавливаем. Потом открываем, предоставляем все разрешения для этого приложения, которые оно запрашивает. Нажимаем кнопку «Старт». Вас перебрасывает в настройки статус-бара. Их тут огромное количество. Включаем самый верхний пункт «Enable iOS 17. Видим, что статус-бар сразу поменялся, он стал другим. Ниже есть пункты с зелеными плюсами и минусами. Здесь вы можете индикаторы переместить выше по экрану или ниже. Вот, например, нажимаю «плюс» и видим, что индикаторы сети и батареи спускаются ниже. Также могу их приподнять. Дальше нажимаю «плюс» и слева экрана видим, что перемещаются часы. Могу их передвинуть до камеры на середину экрана. Итак, выставляю обратно. Теперь ниже идем «Enable Emoji Battery». Если включить этот пункт, на индикаторе батареи появляется такое красное сердечко с процентами зарядки. Ниже идет пункт «Show Battery». Если его отключить, пропадают проценты зарядки из индикатора. «Show Data». Включаем этот пункт, и вверху, возле часов, появляется дата. Может, кому-то из вас все эти фишки будут нужны, понравятся. Так что устанавливайте приложение, пробуйте различные настройки здесь. Я вам немного покажу, что тут есть интересного. Show Seconds. Включаем этот пункт, и в часах вверху появляются секунды. Видите, да? Show AM, PM, это всем известно. Давайте, что тут еще интересного. Пункт Select Mobile Data. Нажимаем. Здесь вы можете выбрать сеть 4G, 5G, 6G. У меня сейчас вверху видим 4G. Выбираю 5G. И видим, что вверху у меня теперь сеть 5G. Ну, это, конечно, так, приколюха. Например, на другом прикольнуться, сказать, что смотри, у меня интернет 5G. Или вот сейчас нажимаю 6G. По сути-то оно и не работает. Если вы с 4G здесь включите 5G, никаких изменений не будет. Так, идем дальше. Что еще вам тут показать? Статус. Нажать можете поменять цвет статуса, цвет индикаторов. Например, вот цвет часов, цвет батареи, других каких-то индикаторов. Ну, еще и тут дальше тоже есть такие как бы настроечки, можете все их попробовать. Ничего там такого прям интересного нет. На этом я заканчиваю свое видео. Огромнейшее вам спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Дальше будет много интересных видео. А также не забывайте ставить лайки. До новых встреч. Пока-пока.